Добрый день, меня зовут Сергей, и я приветствую вас на канале Герайко. И сегодня мы хотим вам рассказать о нашей новой модели рекурсивных луков. Сегодня я хочу вам показать нашу новую модель рекурсивных луков, лук Fox Max в исполнении Deluxe. Эта модель отличается от своей базовой модели Fox тем, что она увеличена. Приставка Max означает, что модель сделана большего размера. В данном случае длина лука 52 дюйма, что очень актуально для рослых стрелков. Сам по себе такой лук представляет классический образец современного рекурсивного лука с полностью активными плечами. Длина лука, как я уже говорил, 52 дюйма. Лук укомплектован докроновой тетивой спортивного типа. На тетиву уже установлены глушилки для снижения вибрации. На плечах лука установлены направляющие кобылки из натуральной тесненной кожи. Рукоять лука обтянута натуральной кожей, и в саму рукоять вставлен резиновый демпфер для снижения вибрации в момент выстрела. Также на луках всегда стоит наша фирменная медалька с логотипом фирмы. Лук полностью готов к работе, и сейчас мы из него немного постреляем. Итак, первым делом готовим лук к работе. Снимаем чехол, одеваем тетиву. Проверяем, чтобы тетива была где-то ровно. Тетива легла в направляющие на плечах. Все, лук готов к работе. Подведем первые итоги. По тестовым стрельбам впечатление самое положительное. Лук, как все восточные луки, показал очень хорошую скорость вылета, а за счет увеличенной длины плеч стал более комфортным. Поэтому он очень хорошо подойдет как любителям традиционной европейской техники, так и сторонникам восточного стиля стрельбы с кольцом. Кроме того, этот лук будет интересен любителям стрельбы с коня. Хочется добавить, что данные луки, как я уже говорил, изготавливаются в двух основных вариантах. Базовая и Deluxe, как здесь. Deluxe изготавливается, как правило, по индивидуальному заказу, поэтому дизайн можно выбирать уже по желанию. На этом пока все. Хорошей всем стрельбы. Добро пожаловать на наш канал. Ждем вас.